Привет, привет. Я смотрю, тоже собрались вы там мультиплеер с Михой. Так, обратное усилие. И я тоже собрался туда же. Надеюсь, меня слышно. Усем. Просто не знаю, микрофон вроде работает, а слышно, не слышно на меня, фиг его знает. Я не знаю. Так, ладно. Как бы меня слышно, Лёшка? Хорошей работы. Поверните направо. На кольце второй съезд. Сейчас съедьте. Держитесь правее, затем поверните направо. Поверните направо. Да. Ну что, в Дискорд зайти? От Дискорд зайду. Там ли кто-то на жогу, Сакали? Там ли кто-то на жогу? Ой, еще наставит этот надо. Ё-моё. Надо вообще позвонить тебе, чтобы не морочиться. Алло, amigos. Hola, amigos.
Olá, amigos, olá, amigos. Olá, amigos, amigos. Здравствуйте. Здравствуй, Саня. Здравствуйте, здравствуйте. Ну и чё, ты как там, Мишка? Нормально. А чё у тебя с микро? Ты такое чувство, сидишь на одной в одной стороне комнаты, а микрофон где-то там на балконе. Какого смысла? Чё, так тихо? Ну, вообще хреново? Ну, дело не в тихо, а то, что такое чувство, что как эхо или что. Но у тебя раньше было лучше слышно. Это просто настраивать надо. Я же систему сносил полностью, заново все устанавливал. Да, у тебя поменялось немножечко, да, что-то. Сейчас настроим. У Лехи от волнения пот пошел по лицу. Вот откуда ты видишь, что? Он все видит. А, поэтот, погоди. Он начал зубы заговаривать просто, себе же. Ну да, сейчас как... О, вот это я сейчас понимаю, вот это лучше стало. Ты зашел в комнату. Да. Ты гаражи. А снабрюк я на первом серваке. ПМНО, опа. У меня нету снабрюка, у меня не куплено. Ты как Андрюха, что ли? У меня все куплено, но потом не куплено. Все куплено. Ну все куплено, но у меня этого нету. Вон, я уже вижу. Кто-то там. Мишка, ты появился, что ли? Да, да. Да все куплено. Посетил. Ну а пристав тоже переместился. Что, без прицепа переместился? Ну да, без прицепа. Так как? Прикинь, за столько лет я только стрим запустил. Ой, Саня, кстати, реально долго тебя не будет. А мне не... YouTube-овский. А вот, кстати, как вот ситуация вот эта возникла, 24 февраля же у меня было день рождения. У меня почему-то это просто ситуация просто сбила с ног к чертовой матери. Как раз мой день рождения, все это херня. Офигеть. Я поэтому кинул, плюнул, бросил и не стал, короче. Да. Мы видели, ты запускал типа с телефона трансляцию минутную. Да, было такое. Это ты что, типа экспериментировал или что? Да, эксперимент. А ты, Омегу? Ой, блин, еще настраивать мультиплеер на этот, твою мать. Я еле зашел, короче. Я слышал, у тебя какие-то чучмеки там общаются. В канале. Ну, да ёлки. Сейчас. Блин, а я тебе скажу, реально давно мы не катались вместе. Да. И реально надо вспомнить, как у нас Миша фиговничает. А, что сальто? Я делаю? Мортали? А уже да, нет. Уже нет. Да, уже ж пофиксили. Нет. Нет, я имел в виду, что ты иногда бывает фигней страдаешь, я о чем говорю. Ну, потому иногда. Что сидеть долго надоедает, надо хочется развлекаться в дороге. Действительно. Ты, кстати, на руле сейчас играешь или как? Да. А мы ж хотели, ну, я Лёхе предлагал тоже ему руль купить. Представляешь? Я его уговорил почти на руль, в итоге нашли даже руль, но он просто продавец что-то где-то... Ну, оказались мошенники там. Не слушай его. Короче, продавец что-то типа не в сети был или что, он не брал трубки, в итоге на этом все остановилось, на тормозах спустили. Но я его еще уговаривал, чтобы все-таки позвонил еще раз. Зачем? Можно новый купить же. Ну, понимаешь, новый, там, ну, хороший именно новый, он реально денег стоит, именно нормальный. Нет, там, короче, есть, короче, этот, ну, наверное, знаете, этого Добро едет-то. Нет. Не, я не помню. Ну, Добро едет, короче, это этот стример, он по Евротраку, и он, короче, объяснял, рассказывал, показывал рули. Те, которые можно для Евротрака, то есть как бы 900-е есть, то есть недорогие, где-то за 20-ку. Но новые, то есть можно взять. Я предлагал Лехе от, ну, Logitech, и тоже 900 градусов, правда громкий, но он
нормальный, во-первых, по качеству, и цена 10 тысяч за него всего лишь, 9 даже. Но, потому что брать новые там в районе десятки, это можно найти 900 градусов, но опять же он на пружинке и вибромотор, ну оно такое никуда. А нормальный руль там стоит от 20. Ну вот мой руль подорожал. Сейчас все подорожало. Я... Сколько теперь стоит твой руль? За 21, а там, по-моему, то ли за 30, то ли за 40 уже продают. 40, 40 уже рули стоят, но новые. Я 40 еще не видел. В ДНС. Он же недавно в ДНС ходил и смотрел рули тоже. Ой, там бестолку смотреть в ДНС. Да я не за руля ходил туда. Не, я говорю, вообще, смотреть или на Озоне, или в Яндекс.Маркете посмотреть. А, реально, кстати, на Озоне я забыл. Тоже можно смотреть. Кто смотритель на Озоне? Ну, это тоже магазин типа такой. Из Озора, ёпты, в Озоне. Смотритель на Озоне? Да, да. Подожди. Да. Нифига себе, это что-то какое-то... Да рули можно на Озоне посмотреть, продажи. Они же из Китая привозят точно так же, кстати. Только, ну, главное брать не китайский, а какой-то именно, чтобы хотя бы отдача была. Я понял. Не, брат. Я имел в виду в том смысле, что это как бы, что можно заказать, хоть они само с Китая, там точно так же у них, короче. Как Алиэкспресс? Да. Ну, хз, не знаю, что не скажу. Потому что если брать, то либо это Трансмастер, либо Logitech. Не, у меня новый за 40... жаба съест меня вместе с ногами. Он тогда с этим рулем будет в машине ездить. Я этот руль поставлю на машину себе. Действительно. Второй. Слева. Действительно. Потому что у меня справа. Не знаю. Не, но я как бы вот то, что благодаря моей, так, блин, этот как бы, я не жалею того, что руль я взял. Пускай 20. Нет, ты тогда вовремя его взял. Ну, ты вот тогда еще по хорошей цене взял? Тебя кикнуло, да. Сань. А. Не, вместился. Это я просто как его. Руль купил. Прицеп. Прицеп. Вот заговорить. Заговорить, я просто прицеп взял. Не урулил. Да. Ну что я вам скажу, ребята? На ДД или как? Угу. На ДД. Я тоже. А куда еще ты что? Ну, я если еду на ДД, то так, недалеко, потому что я еще собираюсь. Недалеко, до конца. Не, ну это ясное дело, ну просто там не на другой конец карты. А. Так, быстренько откатать и пойти. Ставим. По делу. Ну как, стандартный заезд на начало ДД, как обычно. И вот, конечное куда ставим? Лиль, да? Далеко тоже? Да не, Лиль там, что, может... Куда? На ЖД. Не, на ЖД там это так. На ЖД не то. На город ЖД какой-то. Как? Париж, но правда в Париж неудобно заезжать, там это. Можно в Гавр. Гавр. Ну, типа такой уже. Ну, на релаксе, да? Потом да. Уже такой, типа. Сначала в напряг. Давай в Гавр поставим. Так, а по какой трассе поедем? А73, А50, А1, да? Или как? А1, А50? Подожди, дай поставлю для начала, там как поведет. А какой трассе? Через ЖДшку А16 туда. Если ставить в этот, на Гавр или куда ты поставил, Сань? Сначала мы ставим, как мы со Снабрюка поедем. А, ну, на ДД через... Да, на только ДД я через вот думаю, через верх Дортмунда, но там попроще будет, но, как сказать, ничего фееричного там. А если через низ ехать, там посложнее, но зато могут быть стычки. Угу. Интересно. Сейчас чё, я извиняюсь. Дортмунд? Ребят, извините. Николай Александрович, привет, привет. Вот я и говорю, что, в принципе, тогда, если ставить, то... Поверх уже через этот... Как... Давай поверх, да. Так уж и нет. Сверху Дортмунда? Да, сверху Дортмунда. Ну-ка. Да. Ну, 807 километров у тебя должно выйти. Так. Пока Николай Александрович не играет. Только вот начал только стримить. Посмотрим, что с этого выйдет. Так, это так значит, еще, получается... Жара,
Считай, жара еще была. Я думаю, из-за жары там, типа, еще... Не, у меня настроя просто не было. Настроя не было. Ну да, и такой есть. Еще и жара. Ну. Так, получается, значит, мы едем, по Е-37. Вот это зеленая, да, получается? Да. Правильно? Да. Международный Е-37. Да, да, да. И, короче, получается, мы выходим на эту трассу сверху Дортмунда, Дуйсбурга сверху и пошли, да? Да, 807 километров. Так, 807. И докуда? Гавр. Чтобы недалеко ехать уже. Ты железки, что ли? Нет, Гавр. Город Гавр. После железки там чуть дальше. Да, Николай Александрович. Так, Гавр. Ле Хаври. Он под этим. Колебью. Все. Левее. Все, увидел. А это куда? На какую там? На гараж ставить? Да. Ну, ты из того гараж, не имеет значения. Не, ну я просто спрашиваю, куда именно, чтобы было удобнее всем. А то одну. Ну, на гараж, на гараж. Да, да, поставь. Ну, гараж, да. Вот. Ну чё? Счастливого пути. Да, действительно. Говори. Так, давайте тогда вы выезжаете, да. А я этот как-то записываю уже. У нас Алексей тоже еще та ходячая камера. А ну его в баню, он даже стрим-то не запускает, а только видео отсылает. А он, я тебе скажу, он такой наглый стал. Я пытался, там траблы, там, потому что шип... У него ничего не выходит просто. Я пытался, не получилось. Что-то это ужас, что там. Да, сидись. Халтурщик просто, ясно? А я смотрю, блин, думаю, хоть бы стрим запустил, скотина. Я пытался, не получил. Там, ну что-то, по-моему... Было. Не знаю, я не помню, что-то было. Ну, тоже настроя не было. Не, просто лентяй. Ну, такое. Ну, Лёшка это может. После вкусного обеда можно... И чё, вот красный, мы стоим, ждём. Ну, хорошо, ждёмте, ждите. Я не буду на всех педалях крутить. А ты крути. Крути в заднюю сторону. Педали назад не крутятся. Поехали. Куда ты? А он на поворот сам. Смотри, какой велосипед. Я, кстати, вот вроде как посмотрел, сейчас у меня вроде стабильно стало. Интернет? Нет, стабильно стало то, что кадры не крутят. Держитесь. А то один раз что-то зашел, короче говоря, я офигел. У меня 20 FPS. И он не понял. А я думаю, что-то с системой, значит. Короче, система снес. Идиот встает здесь. Система снесет. Да, снес систему. Снес. Все, типа чики-пуки. Лёха уже дожился до того, что у него весь диск сет занят просто под пул под пул. Ты чё? Чего? Я правду рассказываю. Mm-mm. Не весь еще. Да, у тебя был... 10 гигабайт там осталось уже. У меня просто там был мусор. Точнее, записи, которые... У тебя в компьютере помойка находится. Ну ладно. Значит, компьютер на помойку. Не. Ты же заметил, Саня, добавили звуки шин? Да, да, да. Блин, это так давно не хватало. Кстати, а знаете, сколько будет стоить эта Лёшка? Карта новая. Карта новая? Да, скоро будет. Ну, берёшь фишку, чтобы выпускать. Я не в курсе вообще про это. 19 числа выпускается. Да? А что за карта-то? Этот, как он называется? По-моему, Израиль или нет? Что-то, по-моему, южнее там. Ну, короче говоря, я думаю, она
она стоит будет, ну, если на российские наши рубли, то как сейчас карта стоит? 1100. Да, но оно дорого будет. Так уже подорожали вон карты. Даже вот эти Италии, все, они 1100 стоят. А раньше было 700, почти 800 рублей, по-моему, или 900. Короче, я 90 еду. Ты уже? Какие 90? Чистые. Не напряжно. Крути, крути педали. Не напряжно. А зайдешь, меня с обезьяна с гоната едет. Без, без. Едет сзади без. Я, короче, это еще Лёшка, я тебе говорил, не говорил, Мишки, ты точно не в курсе. Мишка. Не знаю, курить-то бросил все. Да ладно, а что? Не, я по-моему, ты как-то я слышал, что курить бросил. По-моему, мне и Лёха рассказал. Так, по-моему, бросал, по-моему, потом опять начинал, кажется, нет? Нет, так, я, короче, тапок себе бросил, таблетки. А-а-а. Ну, то есть только покурю, как бы, дымлю только вот эту вот, который, знаешь, там разные вкусы. А, это вот эту, что ли? А, слышь, Михаил, не вот эти стики, которые вот это... Нет. Айкос? Нет. Клубничные, помнишь, вот эти ароматные такие? Да. А, жижи? Да. Но это те, которые одноразки, да? Не, под именно под систему, с жидкостями. Да. А я ж его как-то подсадил на одноразки и на Айкос, этого сударя. А, не одноразки, они... Одноразку ему понравилось, но он просто жаловался, его жаба душила их покупать. Я, по моим расчетам, они должны были мне хватить на месяц. Во-первых, нет, во-первых, одноразки, они, я как узнал, там, допустим, пишется 700 на тяжу, да? Но оно не будет 700, конечно же. Конечно, потому что, как спросил, он говорит, так правильно, 700 затяжек, это когда этот, как его, я как шутливо сказал, на пол шишечки, когда заходишь, вот это получается затяжка. Mm-hmm. А если ты как сигарету куришь, то это получается 2-3 затяжки сразу в одном флаконе. А, ну вот. Вот поэтому оно у меня в 3 раза быстрее. Да, и оно дорого обходится тогда. А, рубас, а, почти рубас. Ну вот я покупал 1600. Нет, 1600, 1300 одноразка. Ну, да. Но вкус, правда, прикольный, но... Да, вкус это... Вкус там реально, да, вкус нормальный там. Но, и потом на Айкос еще подсадил его. Осторожно, все это фризить. Не приближайтесь. Я помню, как... Ты когда-то курил, Саня, Айкос, и он тогда жаловался, что «Ой, две тяги, маленький стик, будет мало хватать, дорого, невыгодно», все, харкнул и ушел. Нет, я стики сейчас... А сейчас он стики в первую очередь. Стики я дома юзаю. Я теперь дома, это, сиги. Он сигареты дома перестал курить. Да, сиги, теперь все. Что-то там, ну, у нас здесь, авария. Здесь у нас... Осторожно. Так, форс-мажор произошло. Стоп-эс. Так. Опасно, очень опасно. Что такое там? Опа, там все. Есть дюки. Все, экшен пошел, контент. Там, короче, Сань, что-то там вот, помнишь, Мих, мы пробовали, я говорю, этот... Она не зачитывает этот, как его. Что-то вроде как получилось. И скажи, читает. Про что ты сейчас говоришь, а потом я тебе расскажу. Чего не зачитывает? Не читает. Ну как? Ну просто какой-то бред говорит. И... В библиотеке там сидишь, не зачитываешь ничего. Ну а что? Понял, Саня, в библиотеке сидишь и читаешь. В туалете сидишь и читаешь. Блин. Я имел в виду то, что это... Шепчат, не читает. Хоть у меня официальный. Шепчатом никто не пользуется, рутами чат. Ну все, он.
Ну все, а слушай. А та заблочена была. Ладно, я не помню. Обгонщики. Не помню сейчас про что говорить, но. Самогонщики. Ну я тебе попозже потом, Лёшка, тебе объясню, что. А ты погоди, ты че еще? У тебя что-то официальное? У тебя читает? А, погоди, у тебя, по-моему, не читает. Я не читаю. Не читаю. Лео Мазон, по-моему, играет, когда пишет. У меня просто музыка начинает играть. Я уже понимаю, что кто-то мне написал. Надо раскрываем глаза. Да. Нет, а прикольнее, когда зачитывает обычно. Нет, мне сейчас не надо, у меня что, на одну платформу? Зачем? На одну. Ну, YouTube только я сейчас. Потому что рестрим там заболел. Блевать надо площадка. Обязательно. Есть другая площадка. Делаю. Ну что-то я давно не ездил здесь. Вот он. Ты уж шлагбаум включаешь? Вот он. Не газуй, он въехал. Ну как всегда, всех впустит. Ты впустил сзади себя его. Я здесь причем. Ты впустил сзади себя его. Во, на! Контент. Вот оно, ДД. Ну как ДД без... Бля, провайдер заебал. А, нет. Что? Я это вырежу. Осуждаю. А что у тебя с провайдером? Нет, там в чате написали. Да. На метерво. Блин, тут какой-то сзади меня сумасшедший едет. Это этот. Еду 60, он там как змея ездит. За тебя провайдер едет. Ох, провайдер. Боже мой, фризит какие. Потому что народ. Ой-ой-ой. Еще и на ходу умудряются писать. Да. Нет, не слышу. Жесть какая. Вот как вот сейчас не уру. Как вот тут урулить можно? Лёх, когда новую видеокарту купишь? Как это сгорит? Я с этим долларом еще такие ценники, пипец какие страшные. Ну приезжай, Пермь, 159 рус. Не тупи. А какой номер у меня? 883. Так, ладно, понял. Рэкбан? За что тебе Рэкбан? Так, едем. Да, вот такой вот. А, кстати, камеру, знаешь, я какой сделал себе? С телефона, короче, камеру. Бэбка с телефона? Угу. А, это вот сейчас вот? Да. Надо вот потом пересмотреть, за это заценить. Потому что я сейчас с телефона... Я сейчас телефон тебе смотрю. Я хотел, да, еще хотел камеру сделать, короче, через этот. У меня же этот Nikon 3200D. Но там, блин, зараза отключается, не знаю пока, как там сделать все. Отключается. У Америки ТВ тоже играли. Я себе меня обгоняет какая-то. Все, пускай, пускай по машине, хорошо, пускай едет. Туда.
оттуда. Ты идёт там попрыгал. Это ты же далеко не уедешь, кто там. Слушай, уехал. Нет, все. Я вижу. О, я видел, кто-то подлетел. Ну это, по-моему, он, да? Вот этот вот козел на кочках. А у тебя играет музыка? У меня, да. А, да? Я просто сейчас в наушниках, я... Он не слышит ничего. Наушники туда? Оглох на дом. Ну, у меня тихонечко она играет, здесь, скажем, чтобы не навязчиво. Ну, правильно. И матеряться. А ты, кстати... Был при... О, кстати, здесь админ. Так что еще. О, хэдэ банит. Да. Типа забанили. Ты, кстати, это, Лёх, не ожидал, что меня там на стриме у этого увидишь Ромки, блин? Ага. Помнишь, ты писал мне? Да. А еще поехал, когда вы поехали, но в итоге мы так и не встретились. А я что-то пересматривал это, что-то я не знаю, что-то пересматривал, в итоге Ристеда пересматривал. А, мы у Ристеда пересматривали себя. И тут ты еще попался такой. Тут кто-то шел. А, ну значит, получается, мы вместе в одну сторону ехали, что ли? Не, мы... Хрен его знает. Не помню. Вот что я вам скажу. Мы куда ехали? В сторону или наоборот слили? Наоборот, по-моему. А, ну я тоже слили ехал, как раз и попался из-за этого. Он же в сторону Лили ехал. Ну, там да, это получается мы смотрели от камеры Эстеда? Ну. Да, ты навстречу и уехал? А, ну, навстречу не ехал, он ехал по пути. Так, погоди. Из кабины Ристеда Саня ему ехал навстречу. Я не помню, куда Ристед ехал, что не сказал. А в какую сторону, я вот не помню тоже. Не, он в сторону Лили ехал. Тоже? Ну, так что ты мне здесь втираешь? Так я имею в виду напротив, это, в сторону, ну, навстречку ему. Ну, значит, навстречку Саня ехал по пути, ехал. И как и мы ехали по пути. Да, ты, то есть я тоже догоняешь или нет? Чего? Вот реально, сосна умнее. Ты с кем там разговариваешь? Да так, сам с собой. А, ну ладно. Я реально подъебал взял. Вообще ничего. Вообще не обидно было ни разу. Вообще хоть не понял, о чем он речь идет. Вообще не обидно было. Да не ругайся. О, кто это? Я не знаю. Давай знакомиться. Здравствуйте. Здравствуйте. Ты на Кузьмича смахивает. Кузьмич? Mm. Ну, я прибавлю. Я сказал, нет. Смахивает, а не Кузьмич. Не Кузьмич. Я прибавлю. Андрюха, по-моему, блин. Кузьмич также просто тихо разговаривает. Андрюха. Здорово, пацаны. А, мы вычислили. Вот я, значит, я просто по твоему флагу российскому уже понял, что ты, Андрюшка. Ну, здорово, пацаны. Здорово. Я занят 16. Рассказывай. Да нормально все, как у вас? Вы что здесь спорите? У нас все плохо, как обычно. Вы катаетесь, что ли? Да, на ДД. Обновление Или вышло, да? Чё-то давно не заходил. Да, ДЛС уже скоро выйдет 19 числа. Новое. Не, ну мультик-то уже выпустили вроде. Чё-то насчёт оптимизации поработали они там. Ну да, они потом просто, наверное, будут этот ДЛС дорабатывать, и все потом. И все. И этот а вышел здесь? Промоц. А что вы здесь спорите, разобрались? Ни о чем. Нет, это так просто. Вы сидите втроем, прям друг друга сращите по полной. Действительно. А я забыл, про что мы там говорили. Видишь, кто был. Я вас перебил. Миха, да? Миха? Это Миха? Да. Мишкан. Меня Андрюха зовут. Да я вспомнил, просто я уже голоса все позвал. А
Андрей 152. Я помню, что это Андрей 152 раза. Просто я забыл, что по голосу я его забыл. А если вспомнить, Дискорд установил, короче, сегодня. Дай-ка зайду на старый свой канал, смотрю. А здесь есть люди, где-то. Канал уже пылью покрылся. Ты сегодня так зашли. Я думал, вы все исчезли. Наконец-то. Все исчезли? Все мы здесь. Просто. Все в норы позабегали. Это хорошо. Вообще хорошо. Как будто я в прошлое окунулся, и я заебись так стал. Это еще Кристины не хватает, которая не приближается ко мне, да? Кристюха, да. Я ее на день рождения поздравляю, она меня поздравляет, и больше ничего. А, ну да. Хоть бы приехала в гости. Но она замуж вышла вроде, да? Что? Ну да. Лёха, сколько воды утекло? Серьезно? Да. Ну да, не дождалась она, сука. И Женьку не дождалась. Никого не дождалась. Ну, Женёк-то был после меня, она меня не дождалась, нихуй. Вообще никого не дождалась. Я не знал. Стареете, пацаны, вы стареете. А чё же она, где фотки? Слушай, Сань, Ну? Я чё у тебя хочу спросить? А. Короче, здесь как-то я зашёл на YouTube, а ты сидишь, короче, такое видео есть, ты сидишь и типа смотришь. Ну, через телефон да. Короче, минуту смотришь ты, на меня смотришь. Я, сука, долбоёб, сижу, минуту на тебя смотрю. Хуяк, видео кончилось, я лайк поставил, нихуя, а там дохуя просмотров. Чё за хуйня? Не знаю. Это пиздец был. Да это я на телефон программу установил, которую можно стримить через телефон. Вот, и проверял эту программу, короче. Не, ну на мне ты проверил ее заебись вообще, пиздец. Я просто минут, как долбоёб, на тебя смотрел, думаю, ну сейчас, наверное, что-то скажет. А нихуя ничего не сказал. Что? Пиздец. Ну, а мы думали, гадали, что хотел Саня донести нам, какую-то информацию скрытую. Ну, Андрюшка, вот наверное, ты как хочешь, так и вид. Сказал, наверное, вот долбоёб, хер ли он тут вообще молчал-то вообще? Нихуя не сказал, я сказал другое. Ну ты долбоёб, Андрюха, ебать. Ты чё за хуйню сейчас смотрел целую минуту, блядь? Это взял пиздец. Дизлайк, но... потом выдал, да? Не, лайк поставил конкретный, потому что он меня наебал в этом смысле, понимаешь? Конкретно наебал. Конкретно. Но мне было интересно, думаю, ну вот сейчас вот что-то Санёк нам завернёт, блядь. Думаю, смотрю. Сейчас думаю, как, какую-то хуйню так он ебанёт. Думаю, я просто охуенный. Анонс какой-нибудь такой сейчас, такой раз, такой выстрелит. Нет, он просто все на стоп нажал и поехал на своем троллейбусе, сука, дальше пассажирка. Нет, я просто, когда дочку просто на занятие, ну, я сижу на улице. Ну, а чем час заняться? Ну, представь, час заниматься чем? А я во дворе на скамеечке сижу, ну, что, жду своего времени. Думаю, ну, это запущу, слушай. Надо было что-нибудь сказать хотя бы там. Да, типа, знаешь что, есть такой Адамс Амбрамс. Что-то какой-то американец, типа. И он такую хуйню тоже запилил, короче, типа он сидел просто 10 минут, смотрел просто на... Ну, типа просто сидит и смотрит, нахуй. А у него там миллионы просмотров, что за хуйня, прикинь? И на этой хуйне он сколько-то состояние, блин. Думаю, Санёк, наверное, повторяется, блин. Действительно. Хотя нихера не миллионер. Это было круто, конечно, молодец. Но было у тебя такое серьезное лицо, это пиздец. Блин, я сама серьезность, ты не представляешь. Это так... А что, надо было заржать, что ли? Да. Кстати, надо было заржать просто хотя бы под конец. Надо было это железную кепочку одеть и нос себе длинный поставить, как у Буратино. Железную кепку? Да. Бля, только сейчас заметил, у меня, короче, почему-то не Андрюха, а блейзер какой-то написан. Да. А теперь я понял, у меня же племянник еще сидит на этом дискорде, да. Там какие-то группы, нахуй, там подписаны.
И он поменял в итоге имя Блейзер. Хуезер, блин. Гад ты поставит. Там всегда было Андрюха 152 Рустам. Все знали меня. Это Блейзер, чем понимаю. Не, я только угадываю именно по значку. Вот по российскому. Ты меня по этому значку узнал, да? Конечно. Вот тройной какой тут паровоз. Ну а чё, Жека где пропал? Жека тоже своими делами занимается. Он же женился. Нет, он не женился, он с девушкой просто. Периодичностью живет. А замуж вышел? Нет, она замуж не хочет. Я уже после вас, уже с двумя девушками пожил, с женой развелся. Нифига себе, ты, блин, этот, Альфа-Ромео, ёпта. Нихуя не Альфа-Ромео, не найду я тебя, просто не найду. Альфа-самец, вот. Нет, ну просто, блядь, извини меня, но 10 лет жизни, блядь, что-то меня, короче, покосило, и я сказал, все. Там поэт. Харе. Ну, ладно, пизжу. Не я сказал, она сказала, мол, иди нахуй, короче. Тормози, чел, да? Да, заебал, иди гуляй дальше, ну, Вася, блин. И я ушел. Теперь алименты платить надо. Не, ну алименты зачем? Нет, мы с ней договорились. Я детей своих не бросаю, но все равно. Алиментов нет. Просто договор. Бабки я закидываю. Она довольна, как говорится, не хоп. Детей я своих люблю, они меня любят больше, чем ее. Так что все нормально. Ну это ежедневно. Да потому что ты, если подарками задариваешь, естественно, тебе будут. Нет, заметь, они подарками меня больше задаривают, чем я. Да? Да. Тогда молчу. Нормально. Не надо просто, знаешь что, я так скажу, не надо принижать никого, правильно? Если, ну, любовь прошла, ну зачем мучить кого-то? Ну, изменю я ей, она узнает, и зачем это надо? Хотя она не узнала раз, наверное, так, раза три, точно не узнала. Да ладно уже, чё. Ну, ты не говори, всё, заебись. Ну, ещё одного сейчас в бан пошли. Слушай, а почему-то это не пишется... Насколько бан? Обычно пишется не, бан. Нет, кикают. Насколько... Кикают. Да. Ты же читай. Нет, кикит. А бан когда был? День модератор тебе уже написал. Нахуй. Это на тебя он. Это мне сказали, ахой. Угу. Слушай, да. Пацаны, а кто вообще из нашего старого клана? Кто остался вообще с нами? Остался тоже все равно в любом случае, просто как бы у него свои тоже конвой. А создавать конвой я перестал, потому что, во-первых, никто не ездит. А ну да, собирается-то не точно, да. Поэтому я не перестал как бы конвой собирать, и все, нафиг. Я последний раз с вами катался на, блядь, я хуй, каком, перед Новым годом, позатого года, что ли. Где-то так. Мы тогда собирались, да, перед Новым годом что-то вроде покатались, что-то мы туда вроде нормально собрались. Так это перед тем, это как в каком году это было? Это до этого еще? 22-й год вроде был. 22-й вроде был, да. А теперь начинаем думать, елки-палки, насколько мы уже постарели, да? Да я скажу, это время так очень быстро пролетело после 19-го года. После 19-го года прошло лет 10, наверное. Что-то после 19-го года пошло что-то не так. Вообще пошло все не так, да. Почему не так? Да как-то нет. Время начало быстро лететь. Ну, пацаны, мы же создавали свои кланы вот тогда, помнишь, Саня, тогда еще Свербон был. Мы же тогда создавали отдельный клан. Почему? Потому что... Как говорится, у всех была работа, у всех были свои дела. И мы тогда создали, когда ты
Говорит, давай Galaxy назовем, давай, потом цвета создавали, что-то группу создавали. И в итоге, короче, почему мы это создали? Потому что чтобы никто никого не напрягал. Кто мог собраться, тот катался. Да, я никогда не напрягал. И никто никого не напрягал, вот и все. Да. Не, просто понимаешь, иногда, когда ты сам создаешь конвой, прописываешь это все, то есть где чего фотографируешь там и так далее, пишешь. Ты знаешь, иногда просто не хочется потом, когда никто тебе не пришел, думаю, ну и смысл ты создаешь эти конвои? Зачем? Кому? Себе? Ну да, у нас раньше были ведущие, вся хуйня, и создавали маршрут, да, по какому, да. По которому мы ездили. Я смотрел, да, допустим, там. Вот там мы не были, поедем туда, вот там посмотрим тогда. Ну так, чтобы хотя бы хоть как-то. А потом это, ну не стали, я говорю, ну и ладно. Не, я бы покатал, но меня вырубает. Ой, слушай, Леша, вообще молчу. Нет, но все равно, дело в том, что у нас все равно какие-то, блядь, чуваки-то остались, вот считай, мы здесь уже четвером сидим, да, считай. Кристинку я могу вообще прям легко подозвать, она поедет с нами по-любому. Можно, блядь, перед Новый год, например, собраться. Под Новый год куда-нибудь там прокатиться, я не знаю. Сейчас Новый год, сейчас все разъедут. Ты думаешь, все будут дома там сидеть, это в Еврике сидеть? Да, я думаю, нет, блядь, если я буду дома сидеть, почему вы должны куда-то ехать, нахуй? Я никого не пущу. Идите нахуй, заебали. Мне это будет завидно, вы охуели, что ли, куда-то... Ну, ты куда собрался, заебал? Я никуда не уеду. Ну вот видишь, а ты то, блядь, я папа Новый год, все разъедутся. Я, наверное, работать буду на Новый год. Так я тебе говорю, перед Новым годом, в Новый год, нахуй, вообще... Новый год, я тут не делал. Вчера, кто будет не дома, блядь? Спасибо. Перед Новым годом, да. Новогодний этот... Перед новогодним конвоем. Можно же сделать какой-нибудь. Ну, да. Зимний. Качаем винтермод. Это вперед. О, бля, давно винтермод не качал. Ну, да. Что-то там какая-то хуйня. Да. Я качал, раньше качал. Нет, я в той зимой ездил. По снегу. Сейчас, кстати... А сейчас заебись, сейчас физику добавили, да, там прям свистит, да. Аж колеса. Охуенно. Ну, да. Можно в запнос поворот войти. Тоже охуенно. Это да. Только знаешь что, Сань? Я так скажу. Ну, когда мы конвой вводили, Леха всегда, блядь, в кувет валялся. Вот это вот. Я да, постоянно, блядь. Мы тебя вытаскивали постоянно. Я не скажу так, ничего не изменилось. А ничего не изменилось. То же самое. Я же не на руле пока. Да, скоро должен быть. Я не уруливал. Да, сейчас вот-вот подъедет, доставит скоро. Вот-вот. Ожидаем на подходе. Эмпельно едет. Конечно. Это трактор? Да он так пинганул, я очканул. Приезжай к нему. Так, это у нас что? Вторая запрыгнула. Развилка? Одус тут едет по центру дороги. А чёрненький. А какие машины, ты говоришь, добавили? Вот эти вот красные, вот слева, которые там на обочине. Я не видел. Там какая-то это жаба была. Да, наверное, жабу похоже. А не было. Да, не было, потому что занимался своими делами, настроя не было. А тут решил все-таки попробовать. Рискнуть здоровьем. Твою любимую игру. А, Лешка, ты хочешь поржать? Я, короче, рыбалку скачал. А, наверное, тебе говорил. Я увидел. Ты что там наловил? А, так, чуть-чуть. Ну, представь, что это ты золото там вытаскиваешь. Да? Прокачивай. Лёх, ты рыбалку тоже уже перестал играть? Настроя нету. Времени нету, они нас. Нету времени. Поработал, поспал и все. Сань, а я что-то здесь, короче, в теме видео, короче, что типа, короче, у тебя что-то несколько дней вообще дохуя дня не было. Не было? Не было вообще. Не, я был просто, я просто фьют
Ютубе смотрел видосы и все, больше ничего. Не играл, ничего не хотел. Настроение да, было. Да и не до этого было. Кто сказал, что у мужиков нет критических дней, да? Есть. Ну, прикинь, человек, мне вот 45 лет исполнилось. Ну, представь, ну, может что-то произойти, правильно? Вот эта всякая херня. Поебайте, старик, вы на 5 лет меня старше. Ну, так. Лёха, а тебе сколько? Мне нисколько. А, значит, он сейчас скажет, он еще старее, чем я, значит. Ну ладно, сейчас смотри, сейчас подожди, сейчас скажешь 25 лет. Точнее, старше. 28. 28? Угу. Ты пиздобыл. Да, 28. Них, а тебе сколько? Мне 17. Ну, 13. Ладно. Да. Нихуя, у тебя, блядь, голос охуел. Не на 17, нихуя. Во-первых, Лёшка, у тебя лет, наверное, 43 где-то так. Не знаю. Что ты не знаешь? Не знаю. Мне 39, я самый младший, вы заебали. Вот я вот о чем и говорю, что ему где-то лет тоже 43-45, если не больше. У Михи, наверное, лет 33, да? У Михи? Не, у Михи лет 25, по-моему, если не изменять не память, примерно. 25? Примерно. По голосу, да, 25 или 20. Нихуя себе он, Николай Басков, блин. Честно, у него голос обезет, как у них. Николай Басков. Я думал по голосу, на минималках. Он где-то, блядь, где-то я. А ему, оказывается, 25. Просто болеет. Ну что они все по встречке ходят? Ой, посередине ездят. Смотри, что. Ты видел, что там проехало? Где админ? Это админ был. Я же тоже этот как его поменялся. У меня и зубов практически уже нету. Где они? Пропали. Продал? Нет, просто иди мне курить. Надо было бросить из-за этого. Украли? Из-за курения. Зубы потерял. Сейчас зуб золотые, блядь, пиздец, нахуй. Я, блядь, да. Как в клинику обращался, блядь. Пиздец, там такие цены, пацаны, ебать. Зубы на весь золото. В прямом смысле причем, да? Да не дорого их делать. Очень дорого. Смотри, как заспавнился вообще этот лайм. Опа. Кихнули ему. Возможно. Это получается как бы это сколько вот стрим спустя год, наверное, да, где-то так, больше подумал меня это, наверное, так. Получается больше полтора года. Клянеть, время летит, конечно. Недавно лето было, уже осень. Зима на носу. Да, зима на носу. Ну, что, скоро Новый год. А там и опять скоро... А там и весна, и лето уже. Лето уже, да. Новый год пройдет, все уже, считай, скоро лето. Весна. Наверное, земля быстрее крутиться начала. Точно. Поэтому время быстрее идет. Ты-то, Андрюшка, перестал пить, всё? Ну, всё, бля. Бухать ты имеешь в виду? Да. Бухать не бухая, но бывает такой какой-нибудь там крэк, вся хуйня. Ой. Ну почему бы нет, можно себе позволить там. По настроению так. Захотелось просто, на. Я тебя помню, когда ты бывает, что бухой, когда с нами общался. Жесть, конечно. Что, совсем пиздец? Есть пруфы? Ну, не совсем, но по голосу понятно, что...
Я немножко подвыпивший, я извиняюсь. Но я извинялся? Да-да-да, не-не-не, я просто говорю, было прикольно, конечно. Нет, братан, сейчас побухал и нихуя вообще не вставляет. А так, по ночным клубам бывает шляюсь. Не, ну... привычка, она никуда не денется. Ну просто да, никак. Ты... Потому что я сам работал в ночном клубе, в двух ночных клубах. И в Нижнем Новгороде, и в Москве работал. И, блин, я не знаю, у меня такая хуйня. Наверное, из-за этого я, наверное, своей бабой-то и расстался, с одной стороны. Потому что, ну, с одной стороны, блядь, со мной жить — это пиздец, наверное. Я сейчас это понимаю, блядь. Но я хуй. Не, ну ты же самое главное... Долбоёб я, короче. Честно, я долбоёб. Долбоёб я конкретно, блядь. Андрюшка, Андрюшка, ты когда работал, ты же деньги зарабатывал, правильно? Слушай, я зарабатывал, да, блядь. Вот. Ничего не говорю. Но я и шлюха. Из меня это не выигрыш. Ну, как говорят, Горбатова могилу исправит. Нихуя, потихонечку жизнь исправляет, брат. Честно тебе говорю. Ну, уже, как говорится, знаешь что, уже, как говорится, то, что, вот я тебе говорю, мне 39 лет, мне уже, как говорится, эта хуйня, мне уже и ни к чему. Если честно сказать. Короче, блядь, я хуйня. Да, уже того кайфа я не получаю нихуя, потому что, блядь, все эти дискотеки, блядь, не знаю, я, блядь, в 1 часов, 12 часов я уже спать хочу. Вот в чем. Стареешь, брат, стареешь. Заебись, спасибо, брат, за поддержку, охуенно. Я пошел, нахуй. Мне бы сказал, Андрюха, все пройдет, ебаный урод. А ты мне уебал то, что я реально думаю, ебаный урод. Ну а что? Нет, думать, понимаешь? Думать, когда ты вот. Я бы тебе сказал, Андрюх, ты переутомился просто. Ляг, отдохни и все. Завтра ты будешь 17-летним пацаном. А ты мне сейчас такую хуйню сказал. Андрюшка, ты стареешь, нахуй. Стареешь, блядь. Ахуе, все, Лех, я пошел. Подожди, Андрюшка. Он меня унивал. Стоп, я просто тебе могу одно сказать. Во-первых, в душе можно быть и 17-летним, но. Во-первых, организм все равно свое берет, независимо, в душе-то какой. Правильно? Правильно. Я в душе отсюда. Если... Да, нет. Если ты, конечно, будешь думать, что я старик и так далее, то есть как бы, да, то я обычно людям таким, знаешь, что я говорю? Я говорю, ну, если ты так думаешь, тогда возьми ведро, и за тебя песок сыпется, значит, тогда это как его... Привезли его сдать себе туда. Да. Чтобы не мусорить. Да. Вот что у вас такие тормоза, идиоты, а? Какие? Да не у них, вон, который сзади. Влетел в меня. Сань, я понял, Сань, твою мысль. Понял. Вот ты правильно говоришь. Это пиздец. Все уже уходит. Все уходит пиздец. А ну уходит, ну что? Ты будешь молодой, что ли, вечно? Yeah. Я молодой вещь. Я даже, знаешь что, братан, заметил за собой, блядь, только... то, что у меня музыка даже уже не вставляет, нихуя. Только я видно. Устаю от музыки, понимаешь? Я стал уставать от музыки. Это что за хуйня? Ты что? А как же Modern Talking? Да. Вот это никогда не надоедает. А как же Lada Dance, да? Lada Dance там. Слушайте, вот после моих профессий, вот я в ночном клубе работал втором, первом. Я не то, что там кого-то слушать, я вообще музыку не могу слушать. Вообще не могу. Просто. У меня вот даже дом кто-то включает, например, не дай бог, музыку. Я говорю, вырубайте быстрее, я не могу музыку слушать, пиздец. Это перерыв. Берешь и покупай. Просто если тебе на телефоне Сань, не музыка стоит. Сань, ты мне опять... у меня полифония стоит. А, полифония. Пик-пик-пик-пик-пик-пик-пик-пик. А, вот. Пилим-пилим-пилим-пилим, да так вот звонит. А что, я неправильно сказал, Андрюшка, что ли? Не нравится? Ну, берушь и купи. Ну, ты меня окунул конкретно. Слушай, ты меня в старость окунул, пиздец, как окунул. Берушь и в уши. Да. А бороды у тебя, надеюсь, нет, Андрюшка?
Бриться забыл, ёбаный в рот. О, бриться а говорит не старик. Слушай, какая. Знаешь что? Раньше постоянно гладкий был, да? А сейчас будет. Лень. Но говорят, что лень двигатель прогресса. Не совсем. Ты так думаешь? Да. Двигатель прогресса назад. Да. Это что, в обезьяну можно превратиться? Да. Слушай, Лёх, ты не слушай его, он не прав. Если не будет. Слушай, Лёх, посмотри. Посмотри, смотри. Ты знаешь, что лень. Вот помнишь раньше, например, ты же родился раньше меня, правильно, ты же старый. Кто? Ну, что? Ты. Помнишь, раньше были телевизоры без пультов? Нет, там у нас так. Человек был лентяй, хуяк придумал пульт от телевизора. Теперь он сидит на кресле и переключает камеру. А, это уже когда это... Господи, а плоскогубцами ты что, не переключал бы эти каналы? А, переключал, меня отец спросил. Это пакт, по-моему, или как он называется, эта херня, короче. Сегодня пиздюк за пульта. Пиздюк, брум, я переключаю. Дело не в том, смотри, вот даже лошадь изобрели люди. Изобрели лошадь? Ты не веришь мне? Я тебе отвечаю. А вот смотри, какой прикол. Ньютон, подожди. Лошадь изобрели люди. А, ну люди-то тогда. Лошадь изобрели, да, правильно? Ну так, 50-50, конечно. Ну вот смотри, опять же лень изобрела лошадь, правильно? Приготовьтесь к повороту направо. Ну. А Леха не верит нихуя. Кто? Ну вот смотри, вот раньше в старину не было же машин, да, еще до машин. Наверное, нет. А надо было добираться, например, от Нижнего до Петербурга. На лошади. Так, а лошадь кто придумал? Люди, правильно ведь? Лошадь придумали ее, типа, как сказать, домашние, ну, переводить, для, ну, под домашние. А, да, а домашние ли? Да, домашние ли ее. Лёха! Нет! Вот вы не правы, нихуя. А что вот слона? Лошадь создали люди. Вы не понимаете. Лошадь создали люди. А вот теперь подумайте. А вы подумайте. Вот лошадь. Подожди, лошадь вообще что она жрет? Сено, да? Сено, высшее сено. В этом сене нет нихуя, ни белка, нихуя. Ну она, сука, как хуячит, как будто нахуй, блядь, у нее такие мышцы, да, она ебашь, ты-д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 ы. Она, бля, жрет нахуй сено, бля. Если ты, нахуй, Леха, сено пожрешь, нахуй, хотя бы месяц, что-то с тобой будет. Hello, Майл, не знаю, мне плохо будет. Ну, слушай, ну вы задумались же, да? Молодцы, мать, посоветовал. Слушай, ну какие? Ты просто представь. Вот лошадь, например, вот она зиму стоит, да вот ей сено засушили, сушили. Вот сено, да? Оно высохло, оно, блядь, сухое сено, блядь, пиздец. Сухое сено. Она его жрет, а у нее, блядь, сила охуеть, как будто у мустанга, нахуй. Прикинь? Вот прикинь, вот Пушкин ехал, например, из Нижнего Новгорода в Арзамас, блядь. Володина, блядь, во. Остановился, нахуй, там же лошадей же меняли, правильно? Вот он лошадей меняет, вот он лошадь одну свою оставил, короче, она жрет сено, блядь, сухое сено, блядь. След высушенный, там нет ни белков, ни хуя, ничего, вообще ничего. А она, сука, здоровая кобыла, блядь.
Это сейчас ты, блядь, овёс, блядь, там рожь ей подсыпаешь, там, хотя рожь нельзя. Там овёс какой-то там, блядь, пустой, блядь, пустой овёс. Заметь. Зачем она, блядь, тогда ест? Дряхлая, блядь, лошадь должна быть, правильно? Она ведь нихуя не ест. А она, сука, здоровая, как кобыла, блядь. Она тебя везет, а хуй, блядь, за сколько километров. Вы об этом не задумывались? Ну, значит, ей нравится это. Ебать, я тебя... Вот видите, видите, пацаны, вы такую дискуссию завели. Вы сейчас думаете о лошадях. А я просто прикололся. Андрюшка взял этот, как его, тему просто перевел, и все. А мы на полном серьезе задумались. Миха, нет, ну я дело просто думал. Нет, подожди, где-то здесь должен быть подъем. Ты въебал, ты задумался о морковке, блядь. Не, я думаю, ну реально, по факту, кстати, почему от сена, но потом я думаю. Но опять же, при чем здесь сено к созданию лошади? Я такой думал, ну где же здесь подъем просто? Бля, пацаны, я, ебать, я вас люблю. Вы мне, блядь, настроение подняли по полной, блядь. Не, ну, надо задуматься, почему же тогда... Почему они едят сухое сено, в котором нет... Для этого есть Google, его придумали. Я сегодня ночью думал. Google в помощь. Надо задуматься. Ну, салаты всякие. Вот ты ешь салаты, мы едим салаты. Ну, слушай, салаты. Люди на салатах много тоже не получат витамины. Ну, они витамины получают, но нету, опять же, жиров, белка. Напищения нет, да? Морковкой. Нет, на самом деле. Слушай, ну ты же овощами сыт не будешь? Ну, нет. Овощами наесть невозможно. Можешь наполнить желудок, но сыт ты никогда не будешь овощами. Лошади вегетарианцы. Слушай, ладно. Лёх, вот ты говоришь, лошади вегетарианцы. Ну смотри, ладно, они траву, например, витамины принимают летом, да? Они, блядь, жрут траву с поля, там, витамины, типа там, ничего-то получают. Ну а зимой, когда ты в тюках закатываешь им сено, закидываешь, они жрут сено, блядь. Сено, в нем все высохли, все витамины, блядь. Это тебе так. Витамины, блядь, А, Б, хуй, С, З, Е, все. А они жрут его, и заебись остаются целыми. У них там же есть, значит, они... У них это воспринимается все это. Все у них. Мы не можем это воспроизводить. Это, мне кажется, у лошадей просто как-то они по-другому просто... организм. А ничего, что лошади травоядные называются. Мы же не травоядные, а лошади травоядные. Мы всеядные. Мы всеядные. То, что можно употреблять. Санек молчит, он понял, что лошади. Нет, я не понял, просто я пока... хочу выглядеть дураком. А ничего, здесь можно. Можешь говорить то, что хочешь. Сань, молчи. Короче, подожди, дай я сейчас этих лохов разведу. Короче, сейчас начинай, мы потом поговорим. У меня заправку срочно первую попавшуюся. Мне лампочка. Слушай, Лёх, ну вот смотри. Вот сено, сено высохшее, да? Сено. Вот зимой, ладно, хуйня, она траву летом живет, да? Там есть витамин какой-то. Даже кошки едят траву. Они бывают там, лечают какие-то болезни, там вся хуйня. А вот, например, ты есть тюк, сушеный тюк. Кошка не трава. Вот он. Кошка хищник. Гены пошли в другую сторону. Сука, все, пиздец, я пошел. Не, во-первых, Андрюшка, если честно, я могу сказать только одно. Они же не только одно сено. Ну да. Слушай, ну, погоди, я тебе говорю, что лошадь что создали которые... люди. Да нет, это по... нет, подожди, это-то понятно, что, может быть, и создали, выращивали. Это я имел в виду в другом смысле. Ты просто начинаешь... Нет, не люди, не люди. Но человек же, подожди, человек все равно какие-то делает, как называется вот эта вот херня, короче, где вот кормит, ест, короче говоря, это. Они что, надо добавлять какую-то прикормку в любом случае? Приправы.
приправу. Не прикормлю. Припрутка, не приправа. Чтобы сыта была лошадь, естественно. Это сейчас, да? Там да. Овес добавляют, да? Да. И сейчас, да. И тогда, да. Я думаю, тоже. Перемешивают посыпку с овсом, потому что рожь это тяжело, да? Правильно? Ну, наверное, я вот это вот не знаю, честно. Поэтому представь. Она не наедается, она ест и ест бесконечно. Вот и представь. И срет, да, тоже бесконечно, как... я извиняюсь. Ну и воду пьет, да, заебешь ее на поле. Срет и срет. Круговорот. Да, ну вот представь. Вот раньше не было машин. Так ведь? Не было машин? Не было. И, например, с Нижнего Новгорода надо было доехать Александру Сергеевичу Пушкину, например, до Болдина. Была железная дорога. В Арзамасе... Не было железной дороги. О чем ты говоришь? Какая железная дорога? Ну это ты, значит, что дальше заехал? Слушай, погоди. О, деревянный. Не было. Вот смотри. Вот лошади, да? Стоп. Они взяли лошадь. Смотри, они приехали. Блять, лошадь загнал он, нахуй, ебать, он в Арзамас заезжает. Ебаный урод, дайте мне другую лошадь. Они хуяк ее в загон поставили, и там сено ей сухого дали. Она хуяк пожрала, а там нет ни белков, ни хуя, ничего. Она просто пожрала и заправилась. Как ты сейчас заправляешь машину бензином? Такая же хуйня. Я тебе могу одно сказать. Ты говоришь, допустим, говорит, Александра Пушкину, надо доехать до Александра Пушкина. И в итоге ему далеко ехать не надо, потому что он в этом месте находится. Ну, понимаешь, ты, например, ты загадку всю эту хуйню перевернул в другую сторону. Нет, нихуя. Александру Пушкину надо по-любому добраться до Болдина. Пушкину Александру. Ну, они в любом случае, что они на лошадях, естественно. Там двуколка, еще какая-то там была. Зачем, Андрюха, ты ответ знаешь на эту загадку? Или ты тоже... Слушайте, посмотрите прикол. Вот Александр Сергеевич Пушкин, он вообще был застрелен в село Корино. Корино — это Шатковский район. Это между Арзамасским районом, Шатковским районом. Это можно сказать, что Шатковский район. И вот Александр Сергеевич Пушкин был застрелен именно в село Корино. Почему? Потому что там, короче, на его бабу наехали, он за нее заступился, его застрелили нахуй там, к ебени фене. Но вы так и не поняли, почему лошадь жрет, сука, сено и живет годами. Ёлки, пола. Красиво. Смотрите, ты чё, Саня? Смотри, вы подумали, вам же было интересно, где был застрелен Александр Сергеевич Пушкин, правильно ведь? Да. Я в знак просто влезу. Но... Я в этом село был, потому что я сам Шатковского района. Но вы так и не поняли, почему, сука, лошадь жрет сено круглый год и нихуя не сдыхает. Она травоядная. Она приспособлена к этому. Просто в целях экономии выращивали именно таких лошадей. Ладно, а зимой? Вывели сухое. Зимой? Зимой сухое сено, как она жрет? Блять, сухое сено, блядь, вот тюк размотали, блядь, оно сухое, ну, пиздец сухое. Его там нет, там витаминов нихуя. Она жрет его всю зиму, она нихуя не дохнет. Почему? Хотите, я вам скажу, почему? Ну как? Да потому что лошадь вывели люди, так и машину создали. Сука. Ужас какой. Это, знаешь, ответ был просто везде. Сука. Он убил. Ну, что, это лошадь не создали, чтобы она людей ела. Пацаны, я 30 минут вам ебал мозги, вы пытались разгадать загадку. Я охуенный пацан, а? Скажите. Андрюш, я тебе отвечу только так, знаешь? Как таких людей, которые как называют? Разматывают. Нет. Пиздабл. Пиздабл. Ну это было. Слушай, ну это было охуенно. Скажите, вы задумывались, почему? Нет. Я еще не думал ни о чем. Я думал. Вы до сих пор даже. Видишь, Мишка, ну Мих-то задумался. Но, Мих. Ты нихуя, ты был рядом с разгадкой.
Именно ты был рядом с разгадкой. А где именно? В каком месте? Потому что лошадь создали люди. Я просто думал, реально, где подлёг здесь может. Потому что, понимаешь что, лень, это, как говорят, двигатель прогресса. Вот и все. Особенно, когда, если тебе дома надо что-то делать, а тебе лень. В итоге конечно, даже телевизор, переключай, правильно? Ведь раньше, я же вам сразу сказал, я в 80-х годах, 90-х годах. Не было пультов для телевизора. Это тогда человеку приходилось вставать и переключать телевизор вручную. Я же вам сразу, я даже с этого разговора завел. А вы нихуя, вы начали развивать эту тему. Ляг поспи, и все пройдет. Вот так вот тогда раз про лень разговорили. И все пройдет. Вот она и лень. Вот и вся двигатель прогресса. Вот весь двигатель ваш. Ну скажите, это было круто? Да. Это было супер просто. Я сразу вспоминаю, ты знаешь, фильм «Карнавальная ночь». Очень хороший фильм, да, старый фильм, очень хороший. Когда напоили звездочета, и он говорит... Говорит, смотришь на небо, говорит, там говорит, одна звездочка, две звездочки, три звездочки. Ну, говорит, лучше, говорит, пять звездочек. Ну, в итоге вот то же самое. Придется мне перепарковаться. Да. Бля, перепарковался. Хотел посередине встать. Ну вот, смотрите прикол, пацаны. Чё? Ну. Вы сейчас на полчаса заморочились в моей загадке. И нихуя ее не решили, пацаны. Ладно, ребята, я пойду. Совсем. Но Миха был рядом. Миха был рядом. Почти с самого начала. Мих, подожди. Как он был рядом, чуть не пойму никак. Он был рядом, он почти сразу раскусил мою загадку. Ага. Просто вокруг да около все время было подожди, то, что создано человеком. Нет, он сразу сказал. Он прям практически сразу сказал разгадку этой загадки. Лошадь придумали люди. Конечно. Это кто? Это ты сказал так? Лошадь придумали люди. Боже мой, а что? А это? Что такое лошадь? А, ты меньше сдевай просто. А слона? А кто слона придумал? Слушай, давай про слона завтра Миха расскажет. А мы будем вместе разгадывать чем-то. Да. Мих, уйди-ка завтра такую хуету. Кто слону хобот вытянул? Крокодил. Кто крокодил, ё-моё? Потому что мультик такой есть. Слушай, да, нос... как раз-таки мультик нихуя ничего не значит. Он нос совал в реку, и ему крокодил вытянул нос. Всё. Да. Это я знаю. Ладно, ребята, всем пока, я пойду. Что? Давай, Миш, рад был познакомиться с тобой. Ты молодец. Хорошо. Ты сегодня поставил двух стариков. Вообще прям наизнанку, нахуй. Просто. Рад был познакомиться с тобой, брат. Хорошо. Ну все, стримы тоже пока-пока. Сань. Ау. Что за пацан был? Я его нихуя не знаю. Ты что знаешь?